Так называется наш
фестиваль команд КВН. Ну, мы посмотрим, насколько обострение, насколько весеннее. Ну и, конечно же, с удовольствием хочется на сцену пригласить команды. И сегодня в нашей игре участвуют команды Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева. Название крикните. Сейчас на сцену мы приглашаем сборную команду КВН. Встречайте! Свои везде! Насколько свои, мы узнаем по ходу игры. И с удовольствием приглашаю команду НИТУ, МИСИС уровня СПО. Встречайте их на сцене. Подушкайте. По центре плюс одна. Вот они, участники сегодняшней игры, наши замечательные команды. Давайте еще раз их поприветствуем. Ну, об игре я скажу чуть позже, а сейчас посмотрите команды в зал. Вот, если стоять на сцене, чуть левее. Вот именно там сидят замечательные люди, которые будут журить, будут оценивать ваши выступления. Я с удовольствием представляю членов жюри. Леонид Федорович Кичайкин, режиссер Дворца культуры «Металлургов». Выпускник Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева, активный участник движения КВН, участник команды «Оранжевый патефон» Артем Филин. Депутат Совета депутатов городского округа город Лыбца Антон Каштанов. Главный редактор журнала «Красные зори» Алена Самсонова. Сети кафе «Просто вкусно», а это кафе «Саквояж». Время есть необычайное. Винегрет Галина Беляева. Ну вот, представлены многоуважаемые жюри. Команды волнуются, волнуйтесь. Ну, по традиции, я вам говорю, ни пуха, ни пера. Ну и побежали готовиться к первому выступлению. И по традиции, я думаю, здесь все смотрят КВН, знают КВН. Первый конкурс, конкурс приветствия. Ну, сегодня у нас и сцена весенняя, и настроение весеннее, и на улице весна. Приветствие называется «Весенний микс». Жюри будут оценивать по пятибалльной системе конкурс приветствия. Ну, а первыми на эту сцену выйдет команда Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева «Стражи политеха». Итак, мы с удовольствием ждем на сцене команду «Стражи политеха», которая представит свое приветствие, я еще раз напомню, которое называется «Весенний микс». Итак, микс от «Стражей политеха». Минуточку, пожалуйста. Ну, молодцы, я вижу, что есть поклонники. Здорово, ребятки! Дорогие друзья, ladies and gentlemen, мадам и месье, с вами Нижегородский государственный технический университет имени Ростислава Евгеньевича Алексеева. Приветствуйте команду КВН «Стражи политеха». Ну что, не нужно лишних слов. Поехали, стартуем! Ну
центре. Весна. На улице появилось много детей, и теперь в каком-нибудь неблагоприятном районе можно наблюдать вот такую картину. Мальчик, а что ты такой грустненький? Хочешь немного веселья? Нет. Хочешь вкусняшек? Нет. Может быть, шоколадочку? Нет. Хочешь пососать? Может быть, резиночек? Ну ладно. Мальчик. Что ты хочешь? А ну, гони сюда, я не хочу! Весна. Кто-то бегает за девушками, а кто-то от военкомата. Итак, случай на лестничной клетке. Кто там опять? Здравствуйте, вам повестка из военкомата. Смотри, что я думаю о твоей вшивой поездке под Кубок. Ну что, уговаривать что ли будем? Итак, дорогие друзья, весна, время любви. Какое прекрасное чувство. Но многих оно проходит стороной. Сценка в парке. У врачей больниц появляется много лишней работы. Итак, случай психиатра. Доктор, 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 помогите, прошу вас. Я не могу так больше жить. У меня сильное раздвоение личности. Оно мне мешает. Опоздал твой доктор. Итак, дорогие друзья, недавно, в апреле, мы скатались в «Гусь Хрустальный» и видели необыкновенную танцсценку. Случай на день ВДВ. Блин, братан, да мы с тобой в рай попали! Весна. Время любви, романтики. Вы согласны со мной, да? Это когда бабочки в животе прям летают. Но, к сожалению, в жизни не все всегда так гладко. И иногда весна приносит нам совсем нерадужные сюрпризы. Итак, случай в ванной. Сынок! Чё? Тебе повестка из военкомата! Наверное, Вова прав, что он рад, что это всего лишь просто сценка. И что он продолжит учиться в таком прекрасном институте, как НГТУ. Команда КВН «Стражи Политеха». Это все весна. Это все Политеха. Спасибо. Стражи Политеха. Стражи Политеха, я прошу вернуться вас на сцену. Подборные аплодисменты. Вот, а сейчас поклон, да, и собираем после себя. Аплодисменты. Это были «Стражи Политеха», Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева. И готовится к выступлению, показать свое приветствие, весенний микс, сборная команда КВН, свои везде. Итак, давайте увидим, какой же весенний микс покажет нам свои везде.
свои везде на сцене. Простите, ведущий, но для того мы сюда и пришли, чтобы доказать залу, что мы чего-то стоим. Развеселить его и зарядить энергией. Поэтому и для вас, и для нас слава! Ура! Название, потому что нас реально свои и везде. Какие свои везде? Тебя вчера кондуктор уже из автобуса вытянуло. Ха, говорил, у меня дед автобус водит, у меня дед автобус водит. И где твой дед был в тот момент, а? А ты что радуешься? Кто говорил, у меня мамка в отделе кадров работает, зачем мне учиться? И что, хорошо тебе теперь? Командор метлы властелин Савка, Росток форева. Тихо, ребят, что началось-то? Нормально же общались. И вообще, с таким настроем мы не победим в этой игре. Нужно показать, что мы дружная команда. И помогаем друг другу в беде. Вот, например, когда тебя кондукторша из автобуса выкидывала, тебя Тёма поймал на ходу. И вообще, а тебя, Тём, вот, точно, вспомнил случай, когда у тебя колесо в лесу пробило. Мы всей командой приехали к тебе на помощь. Правда, остались там на 2 недели, пока нас спасатели не нашли. Но главное-то мы были вместе. А мне-то как помогли? А тебе, Илюх, пусть поможет мама. Все-таки отдел кадров решает. Свои везде, поехали! Тема игры «Весеннее обострение». Представим, парень провожает девушку до дома. Ну вот мы и дома. Пока. Пока. Твоя девчонка? Ну да, моя. Красивая. Да. Слушай, хотя это у вас что было, нет? Вообще-то, это вас не касается. Да ладно, скажи ты, как мужик мужику-то, а? Ну да, было. Слушай, а ты родитель-то ее знаешь, нет? Это вообще не важно. Ну как не важно? Давай знакомиться, зятёк. Владимир Степанович, как не важно? А сейчас в моде 3D и 5D кинотеатры. Давайте представим, 2020 год открылся первый 10D кинотеатр. Поехали! Сара! Да, Джейкоб? Сара, я люблю тебя. Поехали со мной в Вилю. Куда? В Вилю. А. Конечно, Джейкоб, я поеду. Так что? Алло, да. Сара, я об этом мечтал. Потише. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Даже при своей девушке. Так, давайте посмотрим. Я, короче, не упоздал. Хлоп! Он вылетел. О, Костос! Здорово, братан! Здорово. Ань, привет! Куда? Че, Костос, вчера после тренировочки ты делал? Да я вчера в баню к тёлочкам поехал. Во, мы там потусили. Да ладно, ладно, Саша, чё? Я ж тебя люблю одну. Пацаны, ну что у вас как дела тут? Да нормально! Тёма в магазин собирается. Вам что прицепить? Чё будешь? Ну можно что-нибудь сладенького? Балтику тройку, Егор! От сладенького! А Егор, ты не сладенькая! Ты чё орёшь? Слышишь, мышь? Кто орёт? Кто орёт? Домой! Домой! Что ты напрягаешь меня, тётя? Да ладно, брат, успокойся, позвони, ну, блин, дело говоришь. Алло, зайка, где? Дома?
Нифига себе, ты из юбилейного долины долетела. Слушай, ну ты чё, ну вернёшься, нет? Как, зачем, за ягуар кто платить будет? Ну, за тебя пошли. Все бабушки, как майские жуки, положили подышать свежим воздухом на лаунж. Давайте посмотрим за этим действием. Весеннее обострение пришло и туда. Эй, молодой! Конь врана просто парника! Это вы мне? Тебе танцы тут такой красавый по улице плывешь! Ну я вас внимательно слушаю. Женат! Кольцо есть? Нет! А если найду? Ну так найди! Вот она я, твоя скорлупка! Иди сюда, моя семечка! Извините, уважаемый, но у меня уже есть любимая. И чем она лучше меня? Я ведь умница! Я закончила колледж с красным дипломом. ПТУ, что ли? Не ПТУ, а колледж! А я ведь еще и спортсменка. Я мастер спорта по картам, а четки как подбрасываю. Один раз 24 часа подбрасывала. Без остановки. Тебе мне найти есть. Но я тебе скажу, есть один минус этого тика. Я когда зубы чищу, челюху себе выношу. А мои щися, данон. Извините, девушка, но вы не мой типаж. В смысле, йоу? Смирнова, опять беспределишь тут возле ЗАГС? А ну иди отсюда, а то опять ко мне на 15 суток загремишь. Слышишь, вот они гонили, путали, да. Дешевые паны, точно не домина. Ну что, молодой человек, пройдемте со мной. Нам нужно кое-где расписаться. Мы знаем Губернева как очень импульсивного комментатора, но мало кто знает, что он также очень любит театр и не может удержаться от комментариев, даже сидя в зале. Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то мы достигли кульминации данного события. И вот на дистанции остались только Ромео и Джульетта. И они подходят к финальному рубежу. И первым начинает Ромео. И у него очень хорошая статистика в этом сезоне. Целых 90% попаданий с первого бокала. И вот он берет бокал. И да, попадает, выпивает абсолютно все. Какое отличное выступление, господи. Фу. И теперь настала очередь Джульетты.
И у него не очень все гладко складывается в этом сезоне. Всего лишь 40% попаданий. Перед выступлением я пообщался с отцом и тренером Джульетты. И он пообещал, что его дочь устроит настоящее шоу. И вот Джульетта берет бокал и промахивается! Боже мой, как же так можно было промахнуться? О, непорядок, непорядок. Срочно, срочно, у губернии опять припадок в театре. Пойдем, псих. Алина, я с вами прощаюсь, до свидания. Берегите своих мам и бабушек. Ну и что хотелось бы сказать в конце? Ты видишь его? Ты про него что? Это ж как его? Антоха Каштан! Да, точно! Пойдем поздороваемся с нашим районом, шпацан! Привет, Сёска! Не узнал? Здорово, Антошка! Слушай, у нас есть к тебе пару, так сказать, предъяв. Я помню, в 2005 году Васька приходил к тебе домой, звал тебя. Ты ему сказал, сейчас выйду. И не вышел. Так он до сих пор около твоего дома стоит. Только около него народ весь собирается. Так-то да. А помнишь, как мы бригаду смотрели? На них хотели стать похожими. А ты что? Потом мы в ДУ хотели поступать. А ты в институт пошел. Кинул ребята, да? Неправильно поступил. Не дело, вообще не дело. Но у тебя есть один шанс исправиться перед нами. Ты знаешь его. Не буду говорить. Ну ладно, до свидания. Мы надеемся, у вас будет все хорошо. И у нас. Пока, брату. С вами были «Свои везде». До скорого. «Свои везде». Ну, похоже, они свои. У них свои даже в жюри есть. Молодцы, ребята, хорошо выступили. Ну а сейчас готовится к выступлению следующая команда. Команда МИСИС уровня СПО, пацан 3, плюс 1. Ну, пока готовится команда, хочется сказать слова благодарности организаторам фестиваля молодежных команд КВН городского округа, город Выкса. Молодежному центру, студенческому совету городского округа, а также отделу молодежной политики городского округа город Выкса и Дворцу культуры металлургов. Спасибо организаторам, спасибо зрителям. Ну а мы продолжаем конкурс приветствия. Итак, весенний микс от МИСИС. О, здорово, пацаны. Слушайте, как приятно вернуться обратно в КВН, да? Я так давно не делал домашнее задание, класс так седьмого. Ну, короче, неважно. Слушайте, а чё у нас как мало-то? Тут просто у нас дурак. Так весна. Всех в армию забрали. А ты чё не в армии? А я бегаю. Ха! А у меня тут информация поступила. Призывник у вас здесь один прячется. Да ладно. Не, ну, давай приметы какие-нибудь скажи мне. Ну смотри, рост за 2 метра. Них. Волосы, волосы черные. Нос побритый. А, ну. Бегать быстро очень. Не видал такого? Не, нет такого у нас. А вы видели? Нет тут таких. Ладно, сам поищу. Так, ну ладно. Слушайте, как бы то ни было, людей-то все равно мало. Так я для этого новеньких привел. Ну и где же они? Так, ребят, заходим, давайте. Слушайте, и кого вы все-таки видите? Их, ну, давай, продемонстрируй чай. Делать царевную ночь, не то сына. Не то мотоцикл, ну это, ладно, все, я тебя понял. Не, с тобой все понятно. А ты что здесь делаешь? А что я здесь делаю? Так, ребят, не, все, это край, короче. Нам нужно медийное лицо нашей команды. Может, комедийное? Нас не важно. Искали меня! Я пришел, и она меня уже достала! Что случилось-то, я? Ну возьмите меня в команду! Ну тихо, хрюже! А что ты умеешь? Шутить умею. Ну-ка, давай. Колобок повесился, потому что русалка на шпагат села. Не смешно, да? Ну ладно. Так, ну ладно, все, все, мы тебя берем. Переоденься. Успел.
Не включил микрофон, не успел. Ну да ладно. Ну и чё, ты здесь? А я чё, а я не чё, другие мальчики, чё, а я хочу из-за зла, чё. Сейчас всё будет. Да. Держите меня, пятеро. Ну чё, меня взяли? Да-да, иди, ты всё с нами. Я знал. Вы это тоже видели, да? Ребят, что вы творите? У нас тема приветствия и синий микс, а получается какой-то фарш. Ребят, я все. Ну так выходи. Ты какая мила. Слушайте, ребята, я придумал. Давайте для них какую-нибудь сценку устроим, а? Так они готовились, что тут мутили, сейчас покажут. Все, давай, все. Давайте, ребят. Как писал когда-то Пушкин, весна, весна, пора любви. Так давайте посмотрим, как в те времена он сражался за любовь своей дамы. Весна, весна, пора любви. Мадам, позвольте. Пардон, чрево. Дантес, как вам не стыдно? Это дуэль. Восклицательный знак. В смысле восклицательный знак? В смысле не вопрос. Внимание! В этой сцене не использованы элементы насилия. Это всего лишь восстановление исторических событий. Внимание! Вопрос. Что в черном мальчике? Блин, ребят, ну вот что вы устроили, а? Блин, сейчас весна. Вот до чего мы довели девушку? Девушек любить надо. Ну, да ладно, начинаем. Как вы уже заметили, наша команда преобразилась. Она приобрела новых людей, но мы приобрели такую красивую даму. Но так же, как раньше, мы очень веселые и находчивые. Леша любит танцевать. Я люблю петь. А я всех люблю. А мы любим тебя. С вами команда КВН на Пацентре. Плюс одна. Команда Пацентре плюс одна показали свое приветствие весенний фарш. Ой, весенний микс. Ну что же, друзья, и я думаю, под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем все команды на сцену. Команда НГТУ «Стражи Политеха», сборная команда «Свои везде», «Месис Пацентре плюс одна». Итак, ну кружнее, давайте поддержим аплодисменты нашей команды. Ну и перед тем, как жюри выставит свои оценки каждой команде, я хочу сказать, уважаемые жюри, у вас еще нелегкая задача. В ходе этой игры вы должны, посмотрев на все выступления, найти лучшую женскую роль, лучшую мужскую роль и лучшую шутку игры оценить. Итак, кроме того, что оценивать все команды, надо выделить кого-то особенно. Лучшая женская роль, лучшая мужская и, конечно же, лучшая шутка игры. Ну, а сейчас не будем откладывать долгий ящик. Я думаю, все команды ждут. Илья, ты чего от команды-то делаешь? Ждут, как за жюри выставят оценки. Итак, первыми на сцене были НГТУ «Стражи Политеха». Пожалуйста, оценки. Пятибалльная система, высшая оценка 5 баллов. Итак, пожалуйста, жюри. 3. 4. 3. 4. 4. Свои везде. Сейчас посмотрим, есть ли у них свои в жюри. Итак, пожалуйста, уважаемые члены жюри. 4,
5, 4, 5, 5. По центре плюс 1. 5, 3, 4, 5, 5. Ну, команды увидели свои оценки, а сейчас каждая команда... Ну вот, я молодец, он уже с микрофоном вышел, потому что сейчас начнется биатлон. Уважаемые команды, возьмите по микрофончику. Ну, а я хочу напомнить, что такое биатлон. Сейчас мы с вами, ну, весна, время биатлона. Выхожу на асфальт, я в лыжи работаю. Самое главное, сейчас команды читают 3 шутки по очереди. Наши уважаемые жюри оценивают эти шутки. Если какая-то команда им сразу не понравилась, они их, можно сказать, провожают за кулисы, готовятся к следующему конкурсу. А если у них спорный вопрос, то штрафной круг. Либо для всех команд, либо для 2 команд. Это как уже решит наше многоуважаемое жюри. Итак, ну что же, начнем наш биатлон. НГТУ, стреляйте. Сенсация. Медведь, узнавший про оренбургских пчелок, отказался просыпаться весной. Новости. Вчера в Раде было перенесено заседание на 15 минут из-за того, что Кличко бычил на зеркало. Контрольный. Сын дорожного рабочего до последнего не верил, что его отец таскает с работы, но все знаки в квартире указывали на это. Пожалуйста, сборная. И вот раз-раз понесутся шутехи. Работник шаурмы, сломав ногу, вместо гипса наложил лаваш. Если у грамотной цыганки спросить, на какую букву начинается Нижний Новгород, то она вам ответит: «Ай, на-на-на-на! На-не!» Если каждые 5 минут включать и выключать свет в комнате, то тараканы умрут от челночного бега. Он был старше ее на 10 лет, но она села ему на шею и свесила ноги. Смотрите, 30 мая во всех школах последний звонок. Работник пекарни с 20-летним стажем, когда спит, каждые 15 минут переворачивает жену. В Москве – Мосэнерго, в Белгороде – Белэнерго, в Херсоне – тоже электричество есть. Ну вот, каждая команда скринула 3 шутками. Насколько они попали, не попали, сейчас скажет жюри. Пожалуйста. Аплодисменты стражам политеха. Они пошли готовиться к домашнему заданию. Ну, а теперь поехали. На рубеже 2 команды оставилось. Пожалуйста. Итак, программа «В мире животных». Кроты геи не ведают, что творят. В Иксе появился новый супергерой – Супермен Армен. Он тонирует касанием пальца и занижает приоры взгляды. Корпоратив аптекарей прошел под лозунгом: «Отрывайся, пей, туси! Бронгексин, Берлин, химии!» Объявление. На плантацию ромашек требуется, не требуется, требуется, не требуется. А, да, требуются хорошие работники. Бизнесмен по фамилии Шарашкин получил очередной отказ от властей в регистрации своей конторы. Женщины, они как чебурашки, теплые, мягкие, любят ушами, но всю жизнь живут с крокодилем.
общественном транспорте настоящие мужчины всегда сидят с закрытыми глазами, потому что им больно смотреть, как стоят женщины. Издержки воспитания. Мальчик, воспитанный носками, никак не может найти себе пару. Уважаемый жюри, ну как-то не сомнение, давайте еще один, да? Мне тоже понравилось так, выпускай первый по кругу. Секундочку. Лучший выбирает. Хорошо, сразу в цель. Ну давайте продолжим тему в мире животных. Кроты на свадьбу не заказывают лимузин. Они просто выглядывают из земли и делают так. Сенсационная новость. У джигурды на звонке стоит звук порванного человека. Пожалуйста, уважаемые жюри, кому... Ну вот свои... Давайте разойдемся миром. Свои везде, они что-то так кротовые темы всегда поднимают. Могу еще про... Ну, а если могут еще, то еще по шутке, пожалуйста. Я уж так это за жюри, да? А еще, да? Еще, да. Новости из разряда «Уж лучше бы утонул». Вчера сгорел окунь. Из серии «Не смешные запросы интернета». Окей, Гугл, как жить, если твоя фамилия Еги Азарян? Пришло. А погромче, пожалуйста. Мы за мир. Сложно очень, говорят, сложно. Ну, есть еще шутки? Ну, есть. Есть, да. Ну, сейчас так и будем. У нас уже не биатлон, а такое впечатление, что вот Пушкина показали Дантеса, да, друг в друга. А, вот предлагают поменять участников. То есть, да, то есть я буду читать. Да, да, не вы будете читать, не, Антон, не вы, отдайте кому-то, да, и... Ну, глядите, пацанка, они решили, что девушка делает это лучше. Итак, пожалуйста. Березу, увидев Сергея Безрукова, текут березовым соком. Рост 175 сантиметров. Длина внутренней поверхности бедра 56 сантиметров. Обхват плеч 114 сантиметров. Расстояние между глаз 2 сантиметра. Длина волос 34 сантиметра. Продам рулетку! Ну, а что же, уважаемые члены жюри? Жюри опять совещается. Что скажет жюри? А, свои везде победили. Свои везде 1 балл Лока. 0,9, соответственно, по центре плюс 1. И 0,8 за этот конкурс получили стражи политеха. Ну, а я так посчитал, пока шел биатлон. Итак, НГТУ «Стражи политеха» 3,6 балла. Свои везде 4,6 балла. Пацантре плюс 1 4,4 балла. Но я еще не приплюсовал, соответственно, конкурс «Биатлон». Ну, а сейчас мы с удовольствием ждем команды на сцене, чтобы они каждый показали домашнее задание. Ну, у нас тема весны так и продолжается. Весна и все-все-все. Ну, либо весна и все-все-все. Максимум 6 баллов, уважаемый жюри. Но не забывайте, 5? Нет, мы решили 6, чтобы так разброс у вас побольше был. Давайте 6. Ну, чтобы так, пощедрее, пощедрее. Это тройки, тройки.
Ну что же, максимум 6 баллов. Домашнее задание «Весна» и все. И первыми на сцену выходит, как вы уже знаете, стражи политеха. Мы встречаем стражей на сцене. Подготовка прошла успешно. Команда стражи политеха. Дорогие друзья, тема домашнего задания «Весна» и все. Представьте себе такую ситуацию. После весеннего бала в доме Пушкина. Мечты. Где ваша сладость? Где ты, ночная радость? Исчезнул он, веселый, сонный, одинокий. Во тьме глубокой я пробужден. О, голубчик, бог ты мой! Ты это, дорогой! Сразу видно, что вчера были на балу царя. Ох, и славный был тот бал! Шуберт, Моцарт, ты плясал! Так отплясывал под них, написал аж даже стих. Стих? Какой такой? Про ту девушку с тобой. Я вас люблю, хоть и не знаю, но я в объятиях танца таю. О, Моцарт, ты дразни врагов, в присядку я идти готов. И дама рядом весела, ее, надеюсь, вспомню я. Так что за дама? Как хоть звать? Ой, ну мне хоть знать. Это, милый голубчик, надо вас спросить. Поручик! Я бы вас бы попросил! Но, боюсь, уж нету сил. Зайди на форум, бал царя. Наверное, там и ждет она. В разделе фотогалерея оставь ты коммент скорее. Ну ладно, Пушкин, я пойду. Сашуля, я несу чайку. Что нового? Ей-богу, ничего. Эй, не хитри. Ты верно что-то знаешь. Не стыдно ли от друга своего, как от врага, ты вечно все скрываешь? Или ты сердита? Помилуй, нянь, за что? Не будь упрямо, скажи ты мне хоть слово. Мой друг, я знаю только то, что ты дурак. Да это уж не ново. С чего дурак ты, нянь, ты скажи. Ага, повелся. Ладно, слушай. Вот вчера мы с вашим папой фильм смотрели. Но рано мать твоя пришла. Ты мне изрядно прилетела. Чего? Папаня, мать, чего ж ты делаешь, Арина? Ой, повелся, Сашка мой, я же снова пошутила. Ну ладно, слух прошел все, что Пушкин был на веселе. Все это знают. Меня бы узнать ходил, с кем польку танцевать. А, так вы про даму вашу. И, кстати, звать ее Наташа. Она умна, мила, красива. И Клинская Арива. Что? Пиво пьет? Чай курит тоже? Ты что, родной, с ее дороже? Все, хватит. Правду говори. А ты в окошко, барин, посмотри. И что в окне увижу? Что? О, боже! Няня, это кто? Не знаю, с ночи она стоит, зовет тебя, а барин спит. Ну и девица у тебя за ночь разбила 2 окна. Арина, спрячься! Ну все, конец ко мне пришел. Так, барин, открывай, пошел. А я пойду на печь поспать. В делах любви не стоит мне мешать. А Сашка дома? Да, его сковала кома. Ах, Саша, Сашенька, Сашуля, полночи под окном стою я, а ты все спишь, не знаешь, милый. Что 2 окна уже разбила, а окна нам нужны, злодейка. С тебя 3 ре и 42 копейки. Ты что, будь милостив ко мне, как к своей будущей жене. Своей жене? Ну вот, тебе раз. Возьми учебник, 5-й класс.
Страница номер 42. Наталья, Пушкина жена. Уже женат. Вот это ночь. Что, ты против? Нет, не прочь. Но все ж, хотелось бы узнать, за что любить и целовать. Меня? Тебя, красота. Ну, знаешь, за мои глаза, за яркий стан, за нежность кожи, за легкий шаг. За груди тоже. За формы и размеры бедер давали злато 10 ведер. Сам царь ухаживал за мной, но сердце занято тобой. Лишь о тебе всю жизнь мечтаю, с цыганкой на таро гадаю. Хочу, чтоб стих мне написал или в глаза мои сказал. Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Да, да, Наталья, стих был изумителен, красив. Да, Наталья, я весь в смущенье. Кому конфетки, угощение? Арина, там же печь без вас сейчас остынет. Не сейчас. Дай взглянуть глазком на ту, с которой свадьба поутру. Я слышу, свадьба? Сказочное слово, не мог пройти мимо такого. Ему шампань, а ей букет, а я праздничный обед. И вот сыграли свадьбу эту. И было весело корнету. И няня отдавала Сашу. Да в руки любящей Наташи. И я там был, мед пиво пил. Усам текло, а в рот не попал. Давайте еще раз аплодисменты благодарим стражи политеха. Вот такое домашнее задание. Литературная композиция из жизни Асса Пушкина. Ну а перед тем, как следующая команда выйдет на сцену, я бы хотел, чтобы все услышали и поаплодировали нашим замечательным спонсорам. Группа изданий «Красные зори». Семья кафе «Просто вкусно». Кушать вкусно – это их профессия. Угощать вас разными вкусными, замечательными блюдами. Кафе «Саквояж». Время есть. Необычайная винегрет. Просто вкусно. Приходите и сами убедитесь. Компания услуг связи «Вист» и «Вистлинк». Давайте им поаплодируем, нашим уважаемым спонсорам. Ну и подарки от спонсора будут позже, когда мы узнаем итоги этой игры. Ну а сейчас сборная команда «Свои везде» показывает домашнее задание «Весна» и «Все-все-все». Ну вот мы встали, как серьезные люди. Похоже немного на команду КВН «Бакс» участники. Они тоже так стоят, серьезно разговаривают. Я похож маленький на Кольку. Но на самом деле мы не косим под них. Просто мы похожи в одном. Нам тоже звонят серьезные люди. Вот и мне перед игрой, то есть не перед игрой, а вот после приветствия, позвонил Валерий Павлович Анисимов. Он мне говорит такой: «Антош, ну приветствие неплохо. Ни шатка, ни валка, конечно, но хорошо, достойно. Хорошие шансы победить, можете многое сделать. Если победите, дострою бассейн». Я такой: «Ух, вот это зависит судьба города от нашего выступления». Я говорю: «А вы не врете?» Он говорит: «Ну, конечно, вру. КВН же, шутки, ты че?» Ну, я говорю так, так-то обидно звучит. Он говорит: «Антош, не волнуйся. Главное, будь всегда позитивным, веселым. И, может быть, вскоре будешь сидеть рядом со мной. Свои везде, продолжаем». Сейчас эфир отбирает очень много странной музыки. Давайте представим, что было бы, если бы Сталин был редактором музыкального телеканала. Ну что ж, давайте начнем просмотр. Абсолютно ничего. Ты что такая бесия, а? Ты как с генсеком разговариваешь?
Ну вот, могут когда-то захотят. Хорошая музыка. Без тебя, так без тебя. Но если в кармане пачка сигарет, курение убивает. Ну, здесь я бессилен. Владимир Ильич, вы проснулись? Ребята молодцы, качают. И я покачаюсь. Погнали дальше. Скоро лето, и все студенты пойдут на подработку. Представь, к дедушке приехал внук-аниматор. А я к тебе сразу с работы. Мать просила в гости тебя забрать к себе. Так она еще и в гости к себе зовет. Только дед я не один, со мной мой друг Кондратий. О, привет, отец! Дед, ты что еще? Кондратий меня хватил, что ли? Дед, ты куда пошел-то? Да пойду в чистое переоденусь. Давайте представим нас, давайте посмотрим на сбор представителей телеканалов. Ну что ж, предлагаю перекличку сделать. НТВ. РЕН-ТВ. Россия 1. Дайте мне микрофон. ВСТВ. И мы. Ребята, у меня просто сенсация, у меня просто бомба. Ну давай, глянем, давай. Я придумал сценарий для сериала. Короче, цыган, у которого строгий отец барон, влюбился в красавицу из казачьей станицы. Ребята, ну вы уже поняли, что это все по нашей теме-то. Расслабься, красотка, это еще не все. Чтобы уйти из табора, он убивает своего отца барона и попадает в тюрьму. Вот что мы будем показывать после. Скандальные три дня расследования, программа «Максимум». Показать все, что скрыто. Эй! Расслабься, уголовник, и присядь на пятую точку. Это тоже еще не все. Созваниваясь со своей бабушкой, ведьмой, между прочим, из тюрьмы, он узнает, что его табор доедает чупакабру, потом они идут в лес, гуляют, встречают снежного человека. Эй! Идут дальше, встречают гендерфа, и тот показывает им дорогу в страну Оз. Инопланетяне. Да, вот чем мы будем снимать эфир. Вот что мы будем пускать посередине любимых ваших реальных пацанов и Камеди Клаба. Да, а после этого вас поздравляю. Иногда нужно обладать огромным терпением, чтобы не шуткануть. Давайте представим случай в спаре. Паньки набрать будете? Нет! В руках все понесу! $12,000.
Настоящая? Нет! Всю ночь рисовал! Ну и что хотелось бы сказать в конце? Немножко отойдем от сценария. Некоторые люди не знают, что мы приготовили. Ребят, мы хотим сказать спасибо нашим девушкам, потому что они стали, можно сказать, оплотом нашей команды. Они помогали нам во всем. В реквизитах, я не знаю, я прям реально волнуюсь, прям запинаюсь. Девчонки, мы вас безумно любим. Просто без вас, вот, ну, реально мы бы не справились. Поэтому, девчонки, это для вас. Ну что ж, перейдем к сценарию. Серег, заводи. Везде домашние задания, и ведь не обманули, а потом вас поздравляют, видите? Ну, спасибо, конечно, замечательной команде своей «Везде». И с удовольствием хочу объявить, что на сцену выходит команда «Миссис» уровня СПО «Пацантре плюс одна». Что они покажут в своем домашнем задании «Весна» и все-все-все мы сейчас увидим. Итак, на сцене команда «Пацантре» и все-все-все. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я вам расскажу сказочку. Как-то раз в 30-м царстве, в 30-м государстве, в городском округе город Выкса, Алексей Царевич со своими верными пажами собрались на поиски затерявшейся весны. Так, ну что, все собрались? Да-да-да, все вроде у нас. Может, карту возьмем? Я на карту свою так знаю, дороги все. Ну-ка, нам идти, камень. Ну, прямо пойдешь, вилю попадешь, налево пойдешь, коня потеряешь, вилю попадешь, направо пойдешь, вилю попадешь, идти тебе некуда. Очевидно, пойдем прямо. Ну, идите. Смотрите, какая красивая мохнатая бабочка опыляет камыши. Сводка я ее... Ух ты, птица сухая. Может быть, глухарь? А, я все слышу. Правда, слухарь. Места такие, а? Тут. Кто ты? Кто я? Я? Да я великий, великий вильский колдун. А вы кто такие и куда путь держите? Мы молодцы. Весну ищем. А ну раз весну, то я помогу. У меня есть волшебный GPS. Отдашь ты нам его? Не за даром, не за даром. А если я тебе меч, леденец? Ну давай, давай, смотри. Ну что, пойдемте. Что случилось-то с ним? Сеть пропала, не знаю, что делать.
А вы кто еще такие? Мы работники Вислика! Родненькие, вы нам навигатор почините. А вы нам дорогу покажете? Где весна знаете? Вы вообще другие слова-то знаете? Че, дебилы что ли? Странные они какие-то. О, зато сеть появилась. Идем дальше. Ехал Леша по лесам. Кто-то выл, и там ночь, луна стоит в кладбище. Он стали волоса. Очень мрачный был погост. Леша поднялся во весь рост. Кто-то страшно выл в ночи. Леша брюки намочил. Шевельнулись вдруг кресты. Кто-то выл из темноты. Упыри и урдалаки приготовились к атаке. За погостом замок был. К нему Леша подкатил и открыл врата Кощей. Чего надо? Кощей, это ты украл весну? Нет у меня весны. Чё-то подозрительно, как-то птички поют, хотя тут солнечно. Сказал, не брал, значит не отдам, и ничего вы мне не сделаете. Так? Ну ладно. Окей, камень. Что нам с ним делать? Ну тут вам без меча лица не обойтись. Так меч там за колдуна, надо звать его как-нибудь. Если колдун. Я все слышал, вот ваш меч, спаситель весну. Зачем ты его откусил? Я ел. Ты все, Кощей, сейчас у меня получишь. Ты у меня вот где? Ой-ой-ой, сдаюсь, признаю свою вину, меру, степень, глубину, и прошу меня отправить в ссылку, каторгу, тюрьму, а желательно в июле, и желательно в Крыму. Да отдам я вам весну. Иди, давай-давай. И оборвала голову нам чумачищая весна, и нам не до сна. И от руки скользну я с ума, чумачищая весна, чумачищая, чумачищая весна. Пришла и крышу нам с тобой снесла, чумачищая весна пришла. Подошло к концу поиски нашей весны. Желаем, чтобы ваша весна была такая же красивая и солнечная, как наша. Чтобы никаких Кощей не мешали вам в исполнении ваших мечт. С вами была команда КВН по центре. Плюс одна. И еще раз аплодисменты команде по центре. Плюс одна. И я приглашаю все команды на сцену. Итак, с удовольствием объявлю сегодняшней команды еще раз. Команда НГТУ имени Алексеева «Стражи Политеха». Сборная команда КВН «Свои везде». Команда «Миссис Пацантре плюс одна». Ну вот, сыграны все конкурсы. Самые главные домашние задания ребята показали. Весна и все-все-все. Но перед тем, как жюри поставит оценки за домашние задания, общие оценки за два конкурса. Итак, НГТО «Стражи Политеха» 4,4 балла. «Свои везде» 5,5 балла. «Пацантре» плюс 1, 5,4. Ну, а сейчас оценки за домашнее задание. Итак, уважаемые жюри, готово. НГТУ «Стражи Политеха» 6 баллов, высший балл. 6. Итак, 4, 5. «Свои везде» 6,
6 баллов. И по центре плюс 1. 5, 5, 4, 5, 5. Ну, а я прошу и наши команды, и зрителей поаплодировать нашим уважаемым членам жюри, и я их приглашаю на сцену, чтобы они немного поделились своими впечатлениями, сказали добрые слова нашим командам, всем зрителям. Ну и пока жюри спешит на сцену, еще раз давайте аплодисментами благодарим тех, кто организовал эту замечательную встречу в клубе «Веселых Рогоцких». Это отдел молодежной политики городского округа города Выкса. Это молодежный центр. Это дворец культуры «Металлургов». Спасибо нашим спонсорам группы изданий «Красные зори». Сеть кафе «Просто вкусно». Кафе «Саквояж». Время есть необычайное винегрет. Они приготовили вам тоже вкусный приз. И компания услуг связи ООО «Вист» и ООО «Вистлин». Аплодисменты. Компания услуг связи «Вист» и «Вистлин». Ну а сейчас, уважаемые жюри, мы бы хотели вас увидеть на сцене. А, у них... Ребята, а ваши шутки остались? Ну да, в загашниках-то. Может, сейчас так это... Пострелять немножко можно. А, на поток. То есть, уважаемые друзья, ну я думаю, встреча в клубе «Веселых и находчивых» не последняя. И я думаю, будет команд больше. И я думаю, что от одного учебного заведения можно увидеть и две команды, можно размножаться почкованием. Ну вот, давайте еще раз поаплодируем нашим прекрасным командам. Стражи политеха на центре аплодисментов, зрители вам. Ребят, выходите, выходите, выходите. Получите свою порцию аплодисментов за сегодняшнюю игру. Стражей выходит сборная команда «Свои везде». Ну и по центре плюс 1. Илья, мы тебе не заплатим. У них какие-то уже свои разборки, друзья мои. Ну, а что же, жюри, уважаемые жюри, мы ждем вас. А они подписывают грамоты. Ну, а тогда танцуйте. Да, сейчас вне конкурса, значит, аплодисменты командам. Кто лучше станцует танцевальный батл? Леонид Кичайкин, пожалуйста, уже на сцене. Да, Артем Филин, Алена. Так, ну, кто начнет? А Галину мы еще ждем, но пока Галина подходит. Артем, давай, да. Я поделюсь своими впечатлениями и... Осторожно, не успел поделиться. Итак, ребят, да, я хотелось бы отметить какие-то шутки, какие-то моменты, да, ну, буквально пару слов. Значит, вот стражи политеха, да, значит, вот интересные моменты, да, вот можно было склеить повестку, вот, да, например, такой момент, и... Снизойти до морячка, прикольно было, да? Пена для бритья. Свои везде от Ягуара давили один шаг, очень прикольно. И бабушка Лепницкой тоже ничего. С военкоматом, да, третья команда, очень здорово, где Илья играет вот в этой команде. Ну и по каким-то домашнему заданию, как бы Арина на Сашу не Арина, вот, очень неплохо было.
и про Сталина, это замечательно. Ну, про Выксу понятно, это отдельный разговор. Ну и «Окей, камень», неплохо было, в общем-то. Ну, это вот какие-то замечательные моменты, которые я выделил. И на самом деле сейчас уже озвучат главные призы, главные номинации, но мне хотелось бы поприветствовать, можно вот прям такая, ну, небольшая как бы сценка тоже, да, импровизация, пригласить от каждой команды по мальчишке в очках. Выйдите, пожалуйста. И как бы таким образом рядом встаньте и сделать такой, я бы сказал, ход конем. Ну, ребят, не знаю, просто вы были очень интересны и любопытны, вы молодцы, спасибо вам за КВН. Очень хорошая игра, замечательно, все такие молодцы, потому что КВН — это ведь не только шутки юмора, это очень серьезная подготовка, это очень сложно, и быть смешным очень сложно, и тем более стоять на сцене, вот я сейчас стою, как-то... а вы были такие искренние, так замечательно вы отыграли, вообще было просто потрясающе, поэтому спасибо вам огромное. Нет, такая классная игра. Ну, как говорится, всем успехов, удачи, победить сильнейшие, свои, классно. Да, я уже с дипломами, я уже готова награждать, и мы хотели бы от всего нашего дружного жюри сейчас озвучить для зала самую лучшую мужскую роль по единогласному решению достается Овчарову Антону! Лучшая женская роль, и я подчеркиваю роль, в исполнении Ковыляева Дмитрия, неподражаемая Арина Родионовна! Я лично была покорена тем, что сегодня звучали шутки о Выксе, Вилле и близлежащих поселка. Это было очень приятно, и огромная благодарность всем командам, что они сделали не просто КВН, а действительно выксунский КВН. Про шутку про Анисимова просто потрясающе. И поэтому лучшая шутка КВН — это, конечно же, про выксунское телевидение. Аплодисменты, спасибо за то, что озвучили лучших. Лучшая женская, лучшая мужская и лучшая шутка. Ну, а все-таки давайте проверим, как я умею считать. НГТУ. Стража Политеха. 8,8 баллов за все конкурсы. Команда по центре плюс одна. Не туда приплюсовал. А, нет, все туда. 10,2 балла. Я просто тут написано у меня неразборчиво. Свои везде. 12,5 балла. Ну и Леонид Кичайкин, режиссер Дворца культуры, сказал, можно я на сладенькое что-нибудь скажу. Да, спасибо, спасибо. Дождался я своей очереди. Ну, что я могу сказать? Все здорово, все замечательно. Присоединяюсь ко всем своим коллегам по жюри. Единственное пожелание, ребят, чаще выходите на сцену и не бойтесь ее. У вас есть потенциал, есть талант, и это самое главное. Это видно. Но то, что вы боитесь сцену, это тоже видно. Приходите чаще, будем работать. Молодцы! От
Ну тогда... Актер, ты, у тебя голос поставленный, да, и пожалуйста. Дипломом награждается команда за третье место «Стражи Политеха». Команда КВН, давайте поаплодируем. Третье место почетное. Спасибо огромное. За второе место награждается команда КВН «Пуантре плюс одна». Пацантре, простите. Пацантре. Вот такой пацантре подошел ко мне сейчас. Давайте поаплодируем второе место. Спасибо огромное. Ну и, конечно же, за первое место дипломом награждается команда «Свои везде». Команда КВН. Победителями. Ну и еще компания услуг Вист и Вистлинк. Мы приглашаем представителя этих замечательных этой компании Татьяну Кулик, которая тоже скажет слова поздравления. Ну вот как двое из Марцата сейчас узнаем, дадут вам или не дадут. Здравствуйте. Я представляю компанию ВИСТ и компанию ВИСТ-ЛИНК, всем известные. Спасибо, что даже на нашу тему пошутили. Очень приятно, что вас знаете и помните. Надеюсь, любите. Все очень понравилось, молодцы, очень весело, задорно. Прекрасный вечер, спасибо вам. И, безусловно, мы тоже дарим свои подарки, сертификаты. 500 рублей на счет победителю команды, я попозже выдам. А остальным командам бесплатное подключение к нашему интернету и кабельному телевидению. Наслаждайтесь нашим интернетом и кабельным телевидением. Спасибо большое. Ну, двое из вас должны ответить громко. Ну, и еще сладкий, вкусный, замечательный приз, конечно же, от сети семейных кафе «Просто вкусно». Это «Просто вкусно» кафе «Саквояж». Время есть. Необычайный винегрет. Галина Беляева, мы просим выйти на сцену. Итак, друзья мои, каждой команде по пицце, но самое главное, чтобы встали буквы правильно. Сюда К, сюда В, сюда Н. Открывайте и фотографии на память. Пицца ближе, чтобы получился настоящий КВН. Клуб веселых и находчивых. Ну, а команда победителей. Но сначала фотография на память. Сеть кафе «Просто вкусно». Команде победителей еще дарит замечательный торт. Саквояж, время есть, необычайное и винегрет. Приходите, вас всегда ждут. Ну и, конечно же, группа изданий «Красные зори». Я с удовольствием микрофон отдаю главному редактору журнала «Красные зори». Пожалуйста, Алена Самсонова. У нас есть тоже небольшой подарок. Поскольку мы производим, собственно, средства массовой информации, журнал, мы хотели бы подарить сертификат на весь год, на наш журнал. Я бы хотела сделать это трем людям. Во-первых, мне безумно понравился «Окей, камень». Он был такой незаметный, такой скромный, но такой шикарный. Второй сертификат вот в этой команде был вместе с Ариной Родионовной, то ли Ржевский, то ли, вот он тоже был просто выдвинут. Вообще. Ну и единственные здесь девушки. Алена Самсонова, спасибо. Главный редактор журнала «Красные зори». Ну, а вот там вот журналы. Потом, ребята, журналы возьмете. А можно прямо сейчас принести, конечно. И «Вистлинг». «Вист», представители от каждой команды, подойдите, чтобы вам все рассказали. Прямо сейчас можете подходить. Ну, а мы еще раз аплодируем всем командам, всем зрителям. Вот я уверен в одном, что встречаться надо чаще. Ребят, согласны? Если будем чаще...
КВН, я думаю, больше будет зрителей в зале. Поаплодируйте, пускай их немного, но они любят КВН. Они знают КВН, они всегда душой с КВН. Наши зрители, аплодисменты! Спасибо всем зрителям, жюри и, конечно же, командам. Игра окончена, но я думаю, что по весне мы начнем игру заново, будет больше команд и попробуем сделать осенью, да? То есть, по весне я хотел так это на целый год. Хотел сказать осень, я сказал весна, но вот так вот навеяло. По осени, конечно, сейчас творческий сезон закроется. Приходите во дворец, мы всегда ждем. А вот когда откроется следующий творческий сезон во дворце культуры, я думаю, мы с вами найдемся и будем играть чаще. Сделаем хороший выксовский турнир КВН. Я думаю, все согласны. На сейчас всем спасибо. До новых встреч в клубе веселых и находчивых.